Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС посетили пострадавшие районы на территории обеих стран. Президенты почтили память погибших ликвидаторов и посетили площадку хранилища отработанного ядерного топлива. Также ознакомились со строительством защитного сооружения над четвертым энергоблоком. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обратили особое внимание на работы по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности. Президенты Беларуси и Украины посетили агрогородок Лясковичи на территории Беларуси. В Свято-Михайловском храме зажгли свечи в память о жертвах Чернобыльской аварии. Встречу продолжили в формате один на один, где обсудили проекты дальнейшего сотрудничества. Еще одна тема переговоров – урегулирование конфликта на востоке Украины. По приглашению Петра Порошенко Александра Лукашенко ждут в Киеве этим летом с официальным визитом. В Минске впервые открывается международный форум Федерации профсоюзов. В столице для обсуждения трансформации рынка труда собрались эксперты в области трудового права, руководители и представители профсоюзных организаций из 30 стран. Форум в столице продлится 2 дня. Встреча приурочена и ко Всемирному дню охраны труда, который отмечают 28 апреля. В музыкальном театре состоится премьера балета «Вишневый сад». Новая постановка – дипломная работа выпускника Академии музыки Сергея Микеля, студента класса народного артиста СССР, балетмейстера Валентина Елизарьева. Новое прочтение «Вишневого сада» поставили на музыку композитора Олега Ходоска.